Всем здравствуйте. Я продолжаю снимать видео в летнем лагере подразделения Вооруженных сил Украины. И сегодня хочу рассказать вам про туалетно-душевую тему. Как это все обустроено в умовах полевых, скажем так, в условиях лесополосы. Это, так, против солнца снимаю. Это у нас душ. Вот это душ. А вот это у нас туалет. Начну с душа. Давайте с этой стороны. Просто деревянный каркас, оббит пленкой. Здесь вот непосредственно самолейка. Ну, здесь все понятно, полочки, подмыло. Вот, пожалуйста, видите, из бутылки сделано. Отверстие снизу, чтобы вода не собиралась. Чтобы не загрязнять ноги, уложен поддон. Очень важно, то есть не на земле стоять, чтобы потом по колено не был весь грязный от падающей воды. Теперь, ну, это все закрывается, само собой, понятно. Вот там шланг. А непосредственно сам бачок находится вон он там. Вон там он. Бачок находится на солнце, его греет вода, и потом уже ребята моются. Если есть необходимость, там долили чайник горячей воды, все нормально. Теперь туалет. Туалет очень важно. Не нужно по кустам прятаться, откладывать мины. Потом вы их будете сами попадать. Поэтому делайте всегда туалет. Или яму копайте. Просто яма. И все. Или делайте вот так, как сделали ребята. Сделали вообще отлично. То есть, для пописать и более серьезные вещи можно сделать здесь. А кому не дам сук, то есть очень спешит, а здесь занято, ямка именно под пипи. Сделана под пипи. Пошел, сделал свое дело и все. Теперь туалет. Вот так. Каркас обита пленкой. Опять же есть вот такая штука. И есть, конечно же, сердечко. Это элемент дизайна, без этого никак. Теперь, внутри как сделано. Ящик, вырез. Это под, ну понятно, я не буду объяснять. Покупаете вот такую пенопластовую штуку. Стульчак такой. И используется на всю катушку. Спинка, чтобы было удобно. Ну а дальше как бы все понятно. Туалетная бумага, влажные салфетки. Салфетки, точнее. И как бы... Понятно. По мере наполнения просто выкапывается другая яма, и туалет переносится в другую штуку, а яма эта засыпается землей. Все понятно, все нормально, все рабочее. Вот такой вот как бы вариант туалета. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.